Всем привет! Выходные уже совсем близко, и самое время составить планы, как и где их лучше всего провести. Разберемся вместе прямо сейчас. 16 и 17 октября в Экспо «Волга» пройдет фестиваль «Друг человека». Для самарцев представят порядка 200 кошек и собак. Забрать друга можно совершенно бесплатно прямо с выставки. На выставке будут представлены маленькие щенки и котята, а также взрослые животные из самарских приютов. Все животные обработаны от паразитов и привиты. Специалисты проконсультируют новых хозяев по всем вопросам содержания животного. Самарская областная библиотека приглашает на кинолекторий. 16 октября вашему вниманию предлагают фильм «Фауст» периода Великого немого кино. А после – горячее обсуждение. Если очень хочется путешествовать, но пока не получается, то можно это сделать и в своем городе, тем более Самара более чем располагает. Взять хотя бы исторический центр, одним осенним днем пройтись по музею под открытым небом и полюбоваться памятниками архитектуры 19 века, заглядывая в непохожие друг на друга дворики. А сразу после заглядываем в жемчужину модерна, особняк Курлиной. Тем более, что и повод есть. Там открывается выставка «Новатор», где представят работы архитектора Александра Зеленко. Сегодня даже люди, далекие от истории и культуры США, знают, что такое Федеральное бюро расследований. Но так было далеко не всегда. В музее Алабино подготовили лекцию «Недремлющее око», где эксперты разберут интересные исторические факты. В воскресенье слушаем джаз и заряжаемся настроением на всю предстоящую рабочую неделю. На сцене областной библиотеки сразу 5 коллективов. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи. What?